Опа, все, наконец-то я прогрузился. Так, ребята, короче, сейчас Фиалка еще к нам подключится сюда. Значит, я сегодня создал новый сервер, на котором мы будем, собственно, играть. Я создал этот сервер с параметрами, вот в ключе, ну, где сид пишется, мира, да, написал там... О, здорово. Привет. Наконец-то ты подключилась. Я тут рассказываю, короче, что мы сегодня будем делать. Ага, и так чё? Вот, я написал в ключе генератора мира, значит, Nuggets ковбой, да, ковбой Nugget написал, значит, и создал такой вот мир. Мы сегодня сюда зашли, чтобы, собственно, увидеть этого Nuggetса и попытаться с ним здесь повыживать. Стой, стой, стой! Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Либо, хорошо, может, это все обман, и ничего здесь такого мы не найдем. Ну, тогда просто повыживаем. Ходят слухи, кстати, что если мы будем замечать на земле ведра с наггетсами там всякими, да, вот этими жареной курицей, то, значит, то он определенно есть. Дорожка к нему, есть. Что ли? Ну, я не знаю, либо дорожка к нему, либо он где-то рядом, вот этот вот наггетс-ковбой. Ну и, собственно, его легендарная песня, песня наггетса-ковбоя. Ну, вот то это. Мы, если что, по песне его тоже можем найти. Я вот не знаю, прятаться нам от него или нет. Надо вот что-то придумать с этим вопросом. У нас совсем ничего нет, чтобы быть агрессивными, и чтобы он нас как-то, не знаю, боялся. У нас боялся. Есть верстак и деревянный меч. В смысле, у нас ничего нету. Ого, тогда даже не знаю. Да, вот так вот, прикинь. Я сейчас, короче, сразу этот, добуду каменные инструменты нам, и мы отправимся. Ты осмотрись давай. Пока, есть что-нибудь интересное вокруг или нет? А то часто появляемся возле каких-нибудь построек, деревень. Кстати, там... деревня! Серьезно, рядом или далеко? Да, совсем рядом. О, отлично, сейчас туда отправимся. Нужно только добыть немножечко камня. Вот прям совсем чуточку. Чтобы у нас были инструменты, значит, нам нужно, получается, 7 и 9. 18 камня нужно добыть. Так, ага. Этим мы сейчас быстро займемся. В деревне можно будет раздобыть и еду. Также можно будет раздобыть себе... Кровать. Да, можно попытаться найти кровать. Так, это сюда берем. Значит, делаем 2 кирки, 2 топора. Вот так, вот так. Есть такое дело. Теперь делаем вот так вот. Хорошо. Так, надо теперь сделать 2 меча. Есть, и 2 лопаты. Все, Фиалка, я все сделал. Так, отлично, это сюда, погнали это сюда. Тогда. Держи, деревню. Это тебе, это тебе, это тебе, это тебе. О, спасибо, раз, два, каменные три, подгонщики. Четыре. Все, да, забираем верстачок, полетели в деревню. Где она, вот это? Ага. Вот там. Вижу. Опа, а вот и первая еда, здорово. О, смотри, тут еще стейк лежит. Да-да, это здесь овечка, походу, была, и она могла застрять, короче, в дереве. Так, ну, собственно, мы не мародеры. Но надо. Чуть-чуть возьмем. Чуть-чуть? Ну, все, что поспела. Я половину. А я все, что поспела, пожалуй, заберу. И семечки посажу. Я жителям их откину. Вот. Кстати, иди сюда, куда побежала. Ну-ка, раз. Так, нормально. У нас уже есть шерсть на одну кровать, кстати. О, это здорово. Картошки сколько тут, нифига себе. Нормально. Ты так сильно проголодался, что ли? Ну, в смысле? Нам здесь надо выживать долго, а еды у нас никакой нет, поэтому... Это да. Нужно есть быть такое. Готовым. Жители все равно все заново посадят. Так. Опа, морковки, ну, тут еще. Ну, жители. Да офигеть, я как в супермаркет пришел. Обожаю в деревнях лазить. И тут еще прям выросло на ходу. Да ты смотри, прям сразу вырастает. Я немножко себе взяла. Факела. Это тоже, иди сюда, слышишь? Ой, смотри. Фиалка! Че? О, смотри, что я нашел. Это деревня этого Nuggetса. Чего, блин? Так, это... А, факела что-то тут валятся? Это я. А, хорошо. Да. Я смотри, собираю этому жителю здесь. Надо помочь, потому что... Смотри, на один блок у него заставили это землей. Ну, может, это и привет, хорошо. Привет, я тебя освободила. Так, подожди, а где... А, вот он. Так, ну пока что ничего, кроме вот этого вот мы ведра с наггетсами. Мы можем найти 15 сырой свинины, и у нас будет один изумрудик. 15 сырой свинины... Чего? Чё с жителем случилось? Что такое? Он я это... ничего... По запчастям развалился просто. Странно. О, здесь еще антенна есть, слышишь? Ого. Так, а кузница есть? Ну-ка, может, кузница что интересное будет? Я пока ее не вижу. Так, жители, разойдись. Это колодец. Мы пришли тут у вас попутешествовать, значит, посмотреть, что к чему. Слушай, ну тут даже этой кровати нету. Все печально. Ага.
Все печально довольно-таки. Ладно, мы... О, Наггетс! Чего? Тут только что я видела, вот тут типа проходил Наггетс. Короче, смотри. Или это сейчас... может быть от холода? Я сейчас нам сделаю две кровати, чтобы, если что... Блин, не хватает чуть-чуть. Сейчас мы вот так вот сделаем. Опа. Чтобы, если что, у нас было... Что-то горит? Ой, что-то горит! Дом горит! Заложили! Фиалка, дом горит, блин! Так, заложили! В смысле? Выкапывай быстрее. Дом горит реально. Ребята, а что тут? У вас с пожарниками все плохо, что ли? Так, книги надо спасать. Я сейчас заберу книги, возможно, тоже нам пригодятся. Что-то странное, что-то очень странное происходит. А ты что, выбежал? Надо тушить. Я здесь. Так, дверь тоже заберу. Да, жить. Жители, просто. Пардон, но дверь нужна. Пошли, слышь, пошли сюда. Все, здесь, побежали, походу, побежали. В деревне не особо-таки безопасно. Я предлагаю вот здесь засесть. Вот в этой... О, смотри, а, он сзади, Фиалка! Он сзади! А что ты кричишь? Он там был сзади. Напугаешь его еще. Он сзади был, слышишь? Ага. Прямо сзади был. Запрыгивай сюда. Сейчас мы дверь здесь поставим. Опа, вот так вот. Бэт. Фу, нормально. Отлично. Что, правда, тут здесь есть? Здесь тесновато. Крышки от колы, масло оружейное. Ага, 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 ничего интересного. Какая пошли наверх. Какая фигня. Пошли наверх, быстро поднимаемся. Ты возможно, двери не там поставил, будет, если честно. Подожди, как подняться наверх? Ну-ка, ничего не понимаю. Нифига не понимаю. Так, мы сейчас, короче, возьмем вот так вот. Опа. Пойдем туда. Опа, это сюда. Иди со мной. Я куда? Там ничего нету. В смысле? А, реально? Я ж тебе сказал. Дерево заросло, наверное, просто и все. Я залезаю сюда по-обычному. Просто на крышу поднимусь. Фиалка, здесь горит. Здесь горит. А что тут все горит? А я не знаю. Ой, иди сюда быстрей. Смотри. Я тут. Ты видишь? О, нам, по-моему, туда. А, блин, нифига. О, это что, наковальня? Ай. Это наковальня! Нифига себе, я забираю. Опа. Подожди. Там... Ой. Я слышу. А-а-а, блин! Тут что-то зажигается. Я в речку, я горю! Горю, блин! Кино! Фиалка, в реку прыгай! В реку! Так. Не трогайте меня, у меня вообще мало сердечек осталось. У меня тоже, блин, половина здоровья. Слушай, я даже не знаю, что-то я передумал лезть наверх. А ты где вообще? Ага, вижу тебя. Ой, блин. Там сверху что-то горит. Фиалка, ты что, разбилась? Ну, почти. Ты давай этот, в деревню быстро. Так. Ну-ка. Опа. Как обычно, мне не повезло. Тут с этими уже жители. Падениями. Короче, давай сделаем свой дом, а? Из камня. Давай просто у жителя это заберем, все. Ага, тут уже вся деревня просто горит, ее сейчас ну, не хотя будет. Хотя смотри, у них у всех деревянные крыши, а с Наггетсом они где? Как долго ага, здесь увидел. Жили. Сюда иди, назад давай, ой, назад. Нет, эта башня сгорает. Назад. Ой, вся деревня да горит. Да я же тебе куда? Говорю, горит все, сюда давай. Ко мне. Я вижу, побежали. Так, мы можем... У меня, я еще съела эту курицу в ведерках, и у меня у нас есть это ведро. Поэтому это хорошо. Наверное, да, хорошо. Я не знаю, стоит ее есть или нет. У меня тоже а есть что, уже ведро. А что, выбор есть как будто. Блин. Он сзади, Фиалка, сзади он. Беги. Давай. В тайгу сюда, быстрей. Быстрей. Он приближается. Там горит все. Что-то, я слышу. Горит. Давай в пещеру, пещеру. Давай. Залазим, быстро. Там еще выход есть. Давай, ползи быстрее. Ой. Так. Давай сюда, поглубже лезем. О, нет. Давай. Опа, у нас забирать. Есть факел, пошли. Поперли, быстренько. Так. Это не уголь, жалко. Это уголь, подожди. Только это бурый уголь. Да, это может резко вспыхнуть. И нам не поздоровится. Так. Енот, может быть, не будем рисковать? Ну, чуть-чуть можно. Так. Все, я думаю, этого хватит. Пошли. Надо... А это обычный? Не похоже. Это... Да, это обычный. Так, сюда. Сюда берем. Сюда уголь нам надо. Правда, углем можно травануться тут, поэтому... Ой, лучше тут особо... Ну ты немножко бери. Какой кошмар, тут уже грибы даже растут. Где мы? А что? Сюда давай. Вода. Мы заблудились, походу, здесь в этих уже пещерах. Мне надо, короче, знаешь что? Чего? Сюда вылезти. Как ты выбрался? Да сам не знаю, как-то вылез.
Вот так вот, сейчас мы здесь попробуем заложить. Ну, все-таки здесь нет наггетса, поэтому это хорошо. Сейчас я во вторую руку взял. У нас есть факелот, поэтому мы не пропадем. Вода дурацкая. На, все, заложил. Ой, фиалка. Чего? Здесь тупик, но здесь уже здесь валяется это. Здесь ведро. Так. Наверное, не надо было эту курицу есть. Я предлагаю застраивать. Он сзади! Застрой! Мы в какую-то другую пещеру. Факела поставил. Блин, кино отсюда! Спускайся, давай, поперли. Ну-ка, куда нам бежать здесь, блин? Бесконечная пещера, как будто бы. Она реально бесконечная. Ага, все, тупик. Ладно, давай этот. Заложи здесь сзади нас, окей? Я буду выкапываться на поверхность. Заодно добудем себе булыжника, чтобы, если что, инструменты по новой скрафтить. Это ой, я еще угля нашла. Фиалка, тут снова пещера. Что, блин? Кого? Давай сюда выходи. Быстрее сюда поднимайся. Это, походу, та же, что ли, или что? А, да, мы здесь заложились, ё-моё. Блин. Хорошо, что он не сломал здесь ничего. Я уже начинаю паниковать, енот. Так, земля. Мы близко к поверхности, слышишь? Нет, не близко. Хорошо. Ой. Ой-ой-ой, у меня замедление появилось какое-то. У меня нет, я могу копать. Что-то мне это не нравится. Ну, я пока копаю, у меня еще пока есть силы. Хорошо, а я буду назад смотреть. Надеюсь, со мной все будет хорошо, и я ничем не заразился здесь в этих пещерах. Если что, у меня есть эта курица. Ну, покушай. Ой, блин. Еще чуть-чуть и все. Чего? Тут же я сломал блоки все. Странно. Ну-ка, пожалуйста, выход какая-то наружу. Какая-то паранормальщина. Да, тут что-то странное происходит. Я выкопал блоки, и они заново. О! Мы на... Там уже ночь. Ну, на улице. О, нет. Фух, какой свежий воздух. Воздух-то свежий. Но где мы, блин? В тайге. Замечательно. Ладно, пошли вперед. Если что-нибудь найдем, то я думаю, может быть, там будет остановиться. Это себе сделаем какую-то... Факела убирай. Убрала. Тихо. Прячемся. Фиалка, я слышу. Вон он. Это как? Он сзади. Свинки, побежали. Давай, несколько свинок придется все-таки поймать. Так, давай. И раз, и вот так вот, и раз. Лови. Так, тихо. А ну, стоять! Начинай охоту на свиней. Опа, есть. Все нормально. Все, всех поймали? Да. Кажется, всех. Давай, значит, смотри. Здесь как раз есть река. Мы можем... Так, смотри, короче. Сейчас. Давай сруби дерево немного. Какой-то дом. Дерево. У меня сруби. Есть дерево. О, отлично, кидай мне. Так. Сейчас, держим. Сюда сейчас выкопаем. Не, мне нужны прям бревна. Я поняла, что ты хочешь сделать сейчас. Да. Я сейчас подальше возьму дерево, чтобы никто ничего не заметил. Мы сделаем себе костер здесь. Так. Хорошо. Прямо внутри. И нужно будет здесь еще этот сделать. Так. Вряд ли здесь нас найдет этот наггетс, блин, прямо под землей. Опа, есть. Ага. Вот так, ставлю наковальню. Все. Ставлю верстак. У нас есть, держи. Ставлю вот так вот печку. Опа, тоже, чтобы она у нас тут была. Давай сюда, давай. Так, дверь надо сделать, да? Енот. Сделай дверь. Плохие дела. Нормально. Пойдет. Так, это сюда. Значит, что дальше? Дальше мы берем, палки нужны. Нужно. Думаю, дверь палочек. Нам не понадобится. Дверь нам не понадобится, думаешь? А-а. Что странное такое? Куда доски пропали? Да что происходит? Я ничего не понимаю. Подожди, не так было. Так. Вот так. Это сюда и вот сюда. Во! Нормально. Что происходит там? Ты слышишь? Свинину будешь? Свинину? Отходи. Опа. Так, жарим. Надо пожарить все наши запасы еды. Ты уголь тратишь? Да, чуть-чуть. Я понял. Слушай, мне интересно кое-что проверить. Давай заберем уголь. Можно ли на книгах пожарить будет мясо? Ну, по сути, это же... Ну, пожарилась баранинка. Ну, вообще, да, типа. Но надо подождать, пока будет. Фиалка! Нет! Фиалка, держи меня! Где я? Я нифига не вижу! Я держу тебя! Уйди! Печка, верстак! Она все там взломала! Фиалка, я горю!
Нет, 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 нет. Тихо, тихо. Застрой, 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 быстрее. Да я тебя лучше развяжу. Давай, 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 давай. Я попробую сейчас. Давай, 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 быстро, быстро, быстро. Как он быстро узнал, где мы находимся? А-а-а! Фу, я жив. Печка. Он все нам сломал. Там столько мяса было. А мясо здесь. Он тоже это украл. Нормально. Так, короче, нам надо сделать. У тебя доски есть? Верстак, сделай. Хорошо, сейчас. Это вообще беда, что это такое? Он вообще ненормальный, этот наггетс. Короче, я не знаю, ну пока что... Ой-ой-ой, ты слышишь? Да. Он что, пытается проплавиться? Он, походу, опять кого-то... Я не знаю, ой, как будто недостаточно прожаренный или что? Ой, мне что-то совсем плохо. Вялка! А, енот! Енот, поешь! А, застраивай! Нет, блин! Прячься! Прячься, прячься, держи, прячься. Поешь. А у меня сейчас свекла для тебя. Да меня сейчас это, стошнит, блин, ё-моё. Вообще очень плохо. Походу я чем-то заразился, что... Фу! Может быть ты, это, этой курице, тебе она лучше станет? Мне же плохо не становилось? Я как раз таки её поел, и мне плохо начало становиться. Ты видишь это? Я вижу. Сделай сундук. Ешь свеклу, свеклу ешь. Сундук сделай, или ладно, я выброшу. Может, это от угля? Я, конечно, не знаю. Ладно, я не выкину знаю. Это. Да, выкидывай это. Это жесть какая-то. Ладно, что делать, что делать, что делать? Мне нужна аптечка какая-то, что ли? Свеклу тут... съешь, что-нибудь съешь. Да не хочу я есть, у меня сейчас тут еще... У меня есть священное печенье, держи. Я не хочу, фиалка. Меня просто не лезет еда вообще. Ну, поможет. Ой-ой-ой-ой, так. Все, копаемся отсюда. Куда копаемся? Мне смотри. На, это тебе, это мне. О. О, спасибо. Чего? Откуда это появилось? Опа. Может быть, с кармана выпало? Какая-то не таблетка. Знаю. Не знаю, у меня вроде не было ничего. О, вроде полегчало чуть-чуть. Я вообще в шоке. Слушай, жарил, короче. Священное печенье помогает. На кровать клац, сохранись тут. Понятно? Во, все, ага. Вставай, вставай. Так. Нормально. Что делать, что делать, что делать? Ладно, давай я выгляну. Если он там будет, я предлагаю просто взять и выйти с сервера. Это какая-то жесть. Отлично, все, погнали. Выходим отсюда. Мы тут вообще еле выживаем. Так. Главное сейчас быстро залезть обратно, если что. Обалдеть тут. Ай! Ай! Что? Где? А-а-а! Он меня тащит, фиалка, выходи с сервера! Выходи! Выходи! А Енот, это ты! Да выходи! Я сейчас тоже выйду. Выходи с сервера, выходи! Выходи! Выхожу! Давай, 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 выходи! А-а-а, блин, он сейчас здесь все сожрет. Я выхожу, у тебя пока!